Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел светодиодный фонарь. Подсветка уже знакомой нам фирмы Apexel, которые мы рассматривали здесь, на этом канале, объективы для смартфонов и рассмотрели несколько вариантов. Все желающие могут ознакомиться. У них в линейке есть и другие варианты аксессуаров для фото-видеосъемки. И вот один из них — это светодиодный фонарь. Представляет из себя вот здесь вот, в виде этой коробочки. Данная коробочка поставлялась в желтом пакетике приблизительно где-то чуть больше 2 недель. Все пришло достаточно благополучно, но все же рекомендую просить продавца упаковывать очень тщательно. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что из себя представляет коробочка, представлена здесь. Давайте посмотрим, из чего она состоит. Что из себя представляет? Здесь коробка как инструкция идет. Кстати, 162 светодиода. Как видим, здесь 3 части, по 54 на каждой части светодиодов. И здесь еще есть вариации на тему, а более конкретно, по 27 светодиодов холодного свечения и 27 светодиодов теплого свечения. Вот такая вот коробочка. Достаточно все хорошо упаковано, но мера предосторожности при доставке все же возбраняется. Итак, давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри, и также смотреть функциональные возможности. В некоторых местах потрепала его жизнь при доставке. Тут есть трипод пластиковый, обычный. Дальше стандартный кабель зарядки, тут USB-A для подключения и USB-C для того, чтобы заряжать данный светодиодный фонарь. И внутри находится светодиодный фонарь. Лишнее уберем, чтобы не мешалось. Причем здесь есть пульт управления. Данный пульт управления не потеряется, то есть он намагниченный, поэтому если что, не потеряется. Дальше внутри находится стандартная батарейка CR2025, но можно воспользоваться и обычной батарейкой 2032, как для компьютерной техники. Вот такой вот пультик. Здесь варианты фиксации. Вам светодиод говорит о том, что у нас все успешно работает. Что из себя представляет фонарь светодиодный или светильник? Здесь снизу находится возможность, ну, во-первых, заряжать его. Внутри находится 2 аккумулятора 18650 и общая емкость 2850. Заявлено производителем от 4 до 8 часов, ну, в зависимости от того, какая у вас интенсивность использования данного светодиодного фонаря. По поводу того, что заменить эти аккумуляторы, ну, вот вижу я здесь, я не знаю, видите, не видите. Здесь 2 отверстия и там есть 2 винта. Причем не звездочка, а обычно крестовая, для того, чтобы разобрать данный светодиодный фонарь и в случае чего поменять аккумуляторы, если они сели или вышли из строя. Сюда накручивается трипод и вот так вот устанавливается. Единственный минус, когда вы накрутили трипод, то у вас закрылось, соответственно, отверстие для зарядки. То может быть и минусом, поэтому сами смотрите. Дальше, здесь есть возможность раскрытие данного светодиодного фонаря. Ну, принцип здесь даже сделан по типу стандартного трипода. Только если здесь на головке есть еще винт, для того, чтобы посадить, здесь просто сделан так, чтобы осуществлять различную подсветку, как вам необходимо, то есть устанавливать этот фонарь так, как вы хотите. Можете просто подсвечивать, либо в таком варианте осуществлять подсветку. И давайте посмотрим. Кстати, трипод тоже может быть ручкой в одно время. Вот как видим, у нас все загорелось. Дальше здесь есть возможность менять тип свечения. То есть вот холодный, теплый и смешанный. Дальше здесь есть 5 градаций интенсивности освещения на 20%. И здесь есть возможность
менять количество светильников от 3 до 2 и до 1. И также здесь есть возможность подать сос. Вот видим, как это осуществляется. Вот такой вот тип светильника. Используется для фото-видеосъемки, либо можно просто использовать в различных бытовых целях для подсветки тех или иных объектов. Ну и давайте сейчас посмотрим еще, как эти режимы действуют при помощи пульта. Итак, я вам продемонстрировал возможности светодиодного фонаря от PXL для фото-видеосъемки, либо каких-то других целей. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о данном продукте донес в полном объеме вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.